Мазырскі парапланерыст увайшоў у трыццатку лепшых спартсменаў з усяго свету. Яўген Віхор – заснавальнік і лідар гэтага віду спорту ў Беларусі. За 2 гады ён падрыхтаваў да чэмпіёнства і свайго сына. Як развіваецца парапланерызм, даведалася Вероніка Гамзюкова. У парапланерызме выделяюць 3 дисципліны – фристайл, кросс-кантри і приземлення на докладність, у якой Яўген Віхор і виступає. Мазыранін адзначає, що вітер у Беларусі для гэтай дисципліни подыходзіць ідеально. За год спортсмен робить больше за 1500 полетов. Спробовать свои силы у парапланерызме ён рекомендує тим, хто розуміє, без неба жить не може. Бо гэта самый бюджетный способ узняться у небеси і самый хуткі. Подрыхтовка до узлету займає не больше за 30 минут. Это очень красиво, поэтому, конечно, дух захватывает и хочется людям вот, летать, хлопать в ладоши и кричать, как здесь красиво, как здесь здорово. Все это так, пока ты не решишь стать чемпионом мира. С этого момента у тебя исчезает вся романтика, исчезает, это ты начинаешь работать на результат, тебе хочется работать, тренироваться больше, 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 потому что что-то, где-то какой-то технический нюанс еще ты чувствуешь, что надо отрабатывать. Вот поэтому, если этого не будет результата. Поэтому ну, здесь очень все. А романтика, да, ты вспоминаешь, как это было романтично когда-то. Потом ты начал тренироваться. Одинная в Беларуси школа по навучанию парапланеристов находится у Гомеле, у центре авиационно-техничных видов спорту. Сам Яўген Віхор подрыхтовкой спортсменов не занимается, але паспяхова тренирует своего старейшего сына. На турнирах яны выступают разом. Были у их жизни старты, после яких на п'єдесталі першую і другую приступку займали Яўген і Алексей Віхори. Когда уже к веревке прицеплен был, сказали старт по рации, коленки тряслись, ну, очень страшно было. Потом уже на полет 10 уже было вообще не страшно. Привыкаешь, все. В другой мир, там, в трехмерном пространстве надо ориентироваться. Появляется еще ну, высота, с которой надо. Допустим, если на точность работаешь, должен понимать, как быстро ты к земле приближаешься и сколько еще можешь прилететь, чтобы попасть в цель. Ближайшие международные спаборницы по парапланеризме запланованы на вересень. А это значит, есть час на подрыхтовку. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель» з Мазыра.